Добрый вечер. И вновь я рад пригласить всех желающих в волшебный мир гипноза. Это удивительное место, которое может посетить любой из наших зрителей, кто не побоится присоединиться ко мне на сцене и подвергнуться гипнотическому внушению. Как обычно, я должен подчеркнуть, что все, что произойдет в этом зале, абсолютно безопасно и к тому же очень весело. Кстати, о безопасности. Маловероятно, конечно, но если сегодня что-то выйдет из-под контроля, то я вас уверяю, что у нас есть полностью укомплектованный бронированный автомобиль, стоящий у подъезда нашей студии. И я окажусь в нем раньше, чем кто-нибудь успеет меня поймать. А теперь, если вы еще не передумали быть нашим добровольцем, прошу на сцену! Больше сотни добровольцев из зрительного зала, которые сейчас стоят за моей спиной, готовы попробовать, подействует ли на них мое гипнотическое внушение. Предупреждаю сразу, то, что вы сейчас увидите, вначале покажется вам странным. Но поверьте, через несколько минут эти люди преобразятся до неузнаваемости. Мой голос будет постоянно сопровождать вас. Вы будете слышать все, что происходит, но постепенно посторонние звуки отойдут на задний план. Вам будет просто легко. Вы не будете спать, потому что стоя вы не спите, но ощущение будет такое, как будто вы вышли за пределы своего существа. В какой-то момент вы ощутите, что вы находитесь в другой реальности. Это приятное состояние спокойствия, свободы, гармонии, легкости, забытия. В жизни у нас есть три состояния. Состояние бодрствования, состояние сна и измененное состояние сознания. Так вот, традиционный классический гипноз – это одно из принятых измененных состояний сознания. И я думаю, что в мире есть тысячи артистов, которые показывают эстрадный гипноз. Здесь мы видим очень качественный вариант этого шоу. Процесс погружения в транс обычно длится около часа. За это время можно загипнотизировать любого человека. Есть только одно условие – его желание оказаться под гипнозом. У меня перед глазами было как будто вот две плоскости, я вот между ними просто лечу, никого вокруг нет, как будто я одна, и вот только две плоскости, дальше бесконечность. Очень приятное и такое незабываемое ощущение. У вас там с правой стороны, посмотрите, есть холодильничек такой, там прохладительные напитки. Что вы пьете? Кока-колу. Кока-колу? Нормально? Да. Холодная хоть? Ой, обалдеть. До шампанского возьмите, выпейте. Хочу обратить внимание, что люди, которые собираются в зал, я смотрел, они уже в состоянии легкого транса. А затем все действие, которое происходит, они находятся в гипнотическом состоянии. И это состояние более или менее глубокое. То менее глубокое, то более глубокое. А нам кажется, что они в состоянии бодрствования. Я хочу вас немножко взбодрить. Вот там с левой стороны баллон с веселящим газом. Открутите трубочки в нос, вставьте и дышите. Смех должен разбирать вообще по полной. Знаете, можно от смеха умереть. Трубочки выньте теперь и в холодильник откройте. Открывайте холодильник. Да вот, с правой стороны холодильник, да, открывайте просто. Там шампанское, всякие напитки, да, кофе, чай. Войти в глубокое гипнотическое состояние с первого раза могут не все. Из сотни добровольцев только самые внушаемые окажутся в числе тех 10, которые останутся на этой сцене. Таких людей называют сомнамбулами. Они абсолютно доверяют гипнотизеру и полностью подчиняются его воле. Независимо от того, закрыты у них глаза или открыты, они будут находиться в трансе ровно до того момента, пока гипнотизер не разбудит их. А произойдет это только в самом конце нашего шоу.
На этой сцене за моей спиной сидят 10 человек, впервые в жизни вошедших в состояние транса. Сейчас я проверю, насколько живое у них воображение, а заодно выясню, у кого из наших звезд гипноза есть музыкальный слух. Как только я скажу слово «просыпаемся», у вас будут открываться глазки. Как только вы услышите от меня слово «спать», у вас будут моментально сразу же закрываться глаза, вы будете проваливаться в состояние, в котором находитесь сейчас. Как только зазвучит музыка, вы станете музыкантами рок-группы. Вы будете чувствовать, что перед вами тысячный зал, и вы хотите задать жару. Громче музыку. Спасибо большое. Вы зажигательные кавказские парни. Закружили в диком танце. Как только вы услышите следующий фрагмент, вы вдруг станете самыми сексуальными танцорами танца живота. Но как только музыка смолкнет, у вас откроются глаза, и вам будет непонятно, что же вы такое делали. Сексуальные, да. Присядьте, 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 присядьте. Хорошо, правда, да? Что вы только что делали? Танцевала. Меня зовут Юсупова Ирина. Я певица по образованию. Раньше гипнозу не подвергалась. Вам понравилось? Меня зовут Константин Ермоленко. Я работаю менеджером по продажам автозапчастей. И Дмитрия Домбровского впервые увидел на передаче «Гипноз» на ТНТ. Как настроение ваше? Отличное. Отличное не может быть. Меня зовут Насалевская Татьяна. Я учусь в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики на факультете лингвистики. Хорошо танцуете. Спасибо. Меня зовут Георг Арутюнян, мне 17 лет. Я учусь на первом курсе современной гуманитарной академии на факультете информатики и вычислительной техники. Под гипнозом я впервые. Вам понравилось? Меня зовут Сергей Каспаров. Я менеджер по работе с корпоративными клиентами. Тогда всем спать, 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 спать. Меня зовут Иванова Ольга, я учусь в 11 классе. Ранее я думала, что меня невозможно загипнотизировать, под гипнозом я впервые. Спать, спать, спать. Я Чамкина Жанна Игоревна, учусь на дизайнера интерьера. Под гипнозом я раньше не была, ощущения были прикольные. Спать. Иногда под гипнозом люди начинают чувствовать то, чего никогда не ощущали раньше. Например, вкус. Правда, их представления о хорошем вкусе частенько отличаются от общепринятых. Итак, слушайте меня внимательно. То, что я вам дам в руки, будет казаться для вас райским яблочком. Самым вкусным, самым сочным, самым сладким в мире яблочком. Вы очень хотите съесть это яблочко, потому что оно придаст вам силы и уверенность. Вы будете есть его и наслаждаться. Вы будете ощущать всю сладость этого райского яблочка. Глазки открываются, просыпаемся. Хочу угостить вас очень вкусным яблоком. Было бы замечательно. Это реально очень вкусное яблоко. Помыл. Thank you.
Правда вкусное? Сладкое такое. Бразилия. Очень вкусно. А я не попробую. А я уже наелся. В Бразилии их много. Аромат какой. Божественный. Обожаю Бразилию. Здорово спать. Как только вы откроете глаза, вы сразу же поймете, что только что съели. Глазки открываются, просыпаемся. Фу. Какое вкусное бразильское яблоко, Георг. Ну вот что вы мне дали? Яблоко? Это лимон, блин. Кислинка почему-то в конце в самом пришла, не в начале, как это обычно бывает. Сам не ожидал от себя такого, потому что дольку там лимона, если как-нибудь и то морщась, так, чтобы целый лимон съесть. Нормально. Понравилось. Есть на свете, так сказать, святого. То, что вы видите, абсолютнейшая правда, никаких подставных актеров в этой программе нет. Вечер, с вами вновь Дмитрий Домбровский, и шоу «Гипноз» на ТНТ продолжается. Возможности гипноза безграничны, и сейчас я в очередной раз докажу вам это, вычеркнув из памяти нашего героя то, что, казалось бы, невозможно забыть. И идемте, поговорим. Прошу вас сюда. Как настроение, как самочувствие? Самочувствие хорошее, настроение тоже. Так, аплодисменты вам. Вас зовут Константин? Да. Тогда спать. Я вычеркиваю у вас из памяти ваше имя. Вы не помните, как вас зовут. Никогда не было документов, никогда не было паспорта. Глазки открываются, просыпаемся, головка. Чистое, ясное сознание. Добрый вечер. Здравствуйте. Хороший зал, правда? Отлично, да. Вот меня зовут Дмитрий, я вас? Не понял. В смысле, вы не поняли? Я говорю, меня Дмитрий зовут, а как вас зовут? А у меня нету. У вас нету? Имени нету, да. Это серьезно говорить? А у меня паспорта нету. А, просто паспорта нету? И имени нету. Ясно. Маму как зовут? Валя. 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 Папу как зовут? Гриша. Гриша. Вы Григорьевич, значит, получаетесь? Григорьевич. Значит, вы да. По отчеству, да? Да. И постоянно что-то у меня в голове крутилось. Вот какое-то, ну не само имя, да, вот какой-то образ имени моего. И чем больше я в голове ковырялся, чем больше я подходил к этому имени, да, тем все дальше и дальше оно уходило от меня имя. Я не мог вспомнить. Я думал, какой же кошмар. Как же такое может быть, что я вообще забыл свое имя? Вы с кем сюда пришли? С супругой, с женой, да. Где посмотрите. Супруга? Может, вы жена, да? Жена пытается дать подсказки какие-то. Как бабушка вас называла, вы должны помнить. Туйбень. Как? Туйбень. Туйбень? Да. Шутливо. Шутливо тогда. То есть вот это вы помните, да? Даже... А имя вылетело из головы. Бывает. Надо вспомнить. Да. Дело поправимое. Да. Вы мобильный телефон друга какого-то или приятеля на работе знаете, мы можем позвонить. Давайте. Я на память телефон не помню. А мобильный есть у вас? Есть. Давайте посмотрите номер, мы сейчас наберем кому-нибудь. Вот сейчас. Ну давайте кому-нибудь, да. Просто. 903-163-62-20. Как зовут человека там? Это Елена. Елена? Да. Звоним Елене. Вы просто спросите, она же по голосу узнает, Елена. Ну, по голосу... Елена, кем вам приходится? Друг семьи.
Мне нравится определение «друг семьи». О. Алло. Алло, Лена? Да. Привет. Привет. А ты меня узнаешь? А кто это? Ты знаешь? Хочу поговорить. Дело в том, что это я и хотел выяснить. Ага. Я не помню, как меня зовут. Вот так вот. Да. Ты не могла бы подсказать имя мое? Ой, что просто... ты хочешь, ты не помню. Что мне мозги ты паришь? На самом деле я не помню, как меня зовут. И фамилию не помню, помню только отчество. Ну, где ты есть-то? А? Ты где есть? Да-да-да, домой. На ТНТ. На съемках шоу. На съемках шоу «Гипноз». Вот так вот. Да. С ума сойти. Вот я, по-моему, уже сошел. Так мне можно с Еленой поговорить? Можно, да. Можно. Алло. Алло, Елена, здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Домбровский. Дело в том, что вот этот человек, который здесь стоит на сцене у нас, он утверждает, что не помнит, как его зовут, и не помнит фамилии. Он назвал ваш номер телефона и сказал, что вы можете подсказать, потому что он действительно в растерянности. Господи, его зовут Константин. Елена утверждает, что вас зовут Константин. Как вы отнесетесь к этому? Возможно, да. Константин вот отвечает, что возможно и да. Не знаю, как его убедить. Ну, может быть, ему еще фамилию попробовать тогда назвать? А, кстати, фамилию тоже не мешает. Давайте фамилию назовите. А, фамилия у него Ермоленко. О, говорят, что вы якобы Константин Ермоленко. Я помню только, что я Григорьевич. Спасибо, Елена, за помощь большое. Рада была помочь. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, Лена. Так вы Константин или нет все-таки? Я не помню. Нет, честно говоря, ну, я не... вам подойдет честно... такое имя? Хотите носить? Будете Константином тогда? Выдадим документы, паспорт оформим. Ну, если Жене будет удобно, пожалуйста. Супругу как зовут? Аня. Аня, да? Да. Хотел бы я, чтобы вы помогли все-таки своему супругу. Аня, скажите, как Костя, зовут? Костя, Ермоленко. Нет, она у Лены услышала, у Лены. А, у Лены, повторяет за Леной, да. Наверное. Они сговорились. Сговор вполне может быть, кстати говоря. Потому что спать. Знаете что, как в сказках бывает. Вот поцелует вас Аня, и вы сразу все вспомните. Глазки открываются, просыпаемся. Давайте поцелуйте просто, и сейчас свершится чудо! Как вас зовут? Константин. Ермоленко. Как вас зовут? Константин, я вспомнил. А фамилия? Ермоленко. Вы давно знакомы с Константином? 2 года. Спать. Как только у вас откроются глаза по моей команде, вы вдруг полностью забудете, как зовут вашу супругу. Просыпаемся. Константин, да, вспомнили, да, нормально, да. Имя, да? А это вот супруга ваша, да? Ну да. Да. А супругу-то как зовут? Странно, да? Да, похоже, как-то ее звали раньше. Может быть, не я, имен много. Может, Лене позвоним? А, кстати, это идея. Кстати, да. О, Лена. Алло. Алло, Лена? О, да, да. Это Костя. Ага, Костя. Ермоленко. Ермоленко. Слушай, Лена, у меня к тебе вопрос. Ты не подумаешь, что такой сумасшедший, ладно? Ну, давай, давай, спрашивай. А как зовут супругу мою? Супругу твою зовут Анна. А ты в этом можешь быть уверена? Уверена, да? Я уверена. А я не совсем пока. Ой. А не Катя? Ох, нет, это точно не Катя. Катя, это моя дочка. А, да, точно. Еще есть версия у тебя, Лен? А подумай, а может быть, Анна... Алло. Она боится уже. Ну, ладно, тогда спать. Как только ваша супруга скроется за кулисами, вы моментально вспомните ее имя. Но как только ваша супруга выйдет, вы не сможете ее узнать. Глазки открываются, просыпаемся. До свидания.
Приходите еще. Да. До свидания. Да. Я, кажется, вспомнил. Да, и как? Аня. Ну тогда зовите, а то она обиделась. Обиделась, по-моему. Ань. Аня. Аня. А вы кто? Аня. Нет. Я вас не знаю, девушка. А можно позвать мою супругу? А это кто? А вы, наверное, денег заплатили, и она с микрофоном ходит. Говорит, что моя жена. Может, Аня в зале где-то? Ваша Аня. Костя, не верь мне! Не верь, это же я! Костя, не верь! Похоже. Да ладно. Похоже? Может быть. А документики попрошу. Документики попрошу. Да. А как без документов? Вы принимать будете товар? Нет, конечно. Я бы не принял. А вдруг она какая-нибудь, понимаете, не Аня? Или Аня, но не Ермоленко, допустим. Кость, а паспорт вы где? Девушка, я вас не знаю. Что вы вообще хотите от меня, между прочим? Сначала просто мне казалось очень смешно, когда имя забыл, да? А когда забыл внешность, я вышла на сцену и начал, он... Тут девушка поднялась, и он начал кричать на меня, что вы от меня хотите, и глаза такие бешеные стали. Я думаю, лучше я уйду отсюда. Когда встала другая девушка в зале и сказала, что Костя, это я твоя жена, я подумал, может быть, да, может быть, действительно, это она моя жена. И вот тут у меня уже пошла паника. Я уже думал, кого выбрать. Потом, когда я имя вспомнил, для меня самому было непонятно, на самом деле, как можно забыть свое имя. То есть я никогда не верил в то, что можно загипнотизировать человека, сказать, что он не помнит свое имя, и потом ты его помнить действительно не будешь. То есть для меня это было как бы что-то нереальное, что может оно случиться. И вот оно случилось. Некоторые люди жалуются, что в нужные моменты не в силах понять, что нашептывает им внутренний голос. Зато в состоянии транса его услышать очень легко. Правда, иногда он может звучать из довольно неожиданных мест. Как только вы откроете глаза, вы неожиданно для себя услышите голос из вашего лифчика. Естественно, вы будете стесняться, потому что мы в эфире, и вы в ответе за свой лифчик. Глазки открываются, просыпаемся. Что там у вас случилось? Вы не слышите совсем? Ну, я нет, не слышу ничего. Угу. А вы что слышите? По-моему, там кто-то матерится. Где? Вас. Вот. Там? Нет, ну... Послушайте. Да я не слышу ничего. А вы послушайте. Да я не слышу ничего. Ну, знаете, ничего не слышу. Сердце бьется, да. Может, это какой-то внутренний голос? Может быть. Я продолжаю программу. Итак, уважаемые телезрители, через несколько минут там кто-то мы вернемся. Там кто-то сильно, очень нецензурно на вас ругается. И кто это может быть? Я не вы знаю. Же знакомый? Нет, я не знаю, не слышала. А вы кого туда никогда. Посадили? Я никого туда не сажала. Никого не сажали? Вы поищите, может, там кто-то сидит? Кто-то ругается нецензурными словами в ваш адрес. Это обидно мне. Слава богу, я мне не слышу. Уважаемые телезрители, не пугайтесь. Это шоу «Гипноз» на ТНТ. Продолжение через несколько минут. Все, что я говорю, касается только того, к кому я прикасаюсь рукой. Когда у вас откроются глаза, вы оденете на свою руку моего друга Хрюшку, и он тут же начнет нашептывать вам в ухо всякие неприятные гадости. При этом Хрюшу с руки вы снять не сможете. Глазки открываются, просыпаемся. Хрюша. Ha 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 ha!
рот закрой. Не смешно. Давай прекращай, я тебе сейчас хобот дам. Или пятачок, что у тебя там? Нет, от меня не пахнет, блядь. Кто я? Кто я? Я же не сказал повтори, я сказал, что ты, блин, куда я пошел? Куда я пошел? Ты че, скотина такая, а? Ты че? Ну, он говорил, пошел на. Вот. Говорил-то, что тут собрались долбоебы всякие. Да. Заебали уже тут прыгать по сцене, хули тут мне воняет от вас. Я не ожидал, то, что я на тот момент растеряюсь. Можно было, конечно, его усмирить словесно. Вот пришлось применить силу. Ты, я тоже могу, блин, материться, и чё? Ты да прекращай же, взрослые же люди, блин, наконец. Хватит. Я взрослый человек, а ты свинья. Да я тебе голову отверчу, скотина, блин. Ах, ты скотина. Что он говорит? Да вы послушайте. Да вот такая бессовестная скотина. По губам ему дать, блин. Язык отрезать. Вообще, как известно, гипноз – это не только развлечение. В своей врачебной практике его применяют хирурги, стоматологи и даже окулисты. Вы будете поражены, когда узнаете, каким изумительным зрением обзавелись наши участники всего лишь за один сеанс гипноза. У меня в руках волшебные, магические, гипнотические, удивительные рентгеновские очки. Каждый мужчина, который посмотрит через них, будет видеть женщин в этом зале совершенно обнаженными. А каждая женщина, которая посмотрит через эти магические волшебные очки, будет видеть всех мужчин в этом зале абсолютно голыми. Сейчас глазки открываются, просыпаемся, улыбаемся, головка чистая и ясная. Уважаемые джентльмены и дамы, дамы и джентльмены, у меня есть удивительнейшая вещь, которую вы никогда не видели и, скорее всего, никогда не увидите. Это супер очки. Надевайте, попробуйте. Взгляните. Спасибо, спасибо. Посмотрите, Константин. Кого вы выделите? Посмотрите, скажите. На каком ряду? На всех. А, все нормально на всех, да? Вы не забывайте, у вас жена здесь. Прошу вас. Смотрите. Очень удивительная. Во. Посмотрите, что там делается. Вы с кем сюда пришли, скажите? Друзьями. Жанна, где ваши друзья? Помашите ручкой. А, посмотрите, они достойны вас? Ну и как, нормально? Правда хорошо, да? Посмотрите. Ух ты. Кто лучше? Кого бы вы выбрали? Покажите. Вот девочки сидят. Вот эти блондинки, да? Да. Можно вас попросить встать? О, смотрите. Здорово. А, хорошо, да? Ладно, Георг, спасибо. Есть деньги у кого-нибудь с собой? Да? Давайте. Уступлю недорого. Давайте 200. Давайте еще тогда 200 рублей. 150. Идет? Ну, держите. Только из рук не выпускайте. Кстати, да, спать. Слушайте меня внимательно. Когда у вас откроются глаза, вы забудете, что дали мне эти деньги, и не вспомните, просто не вспомните, не было их, и все. Сейчас глазки открываются, просыпаемся, улыбаемся, головка чистая. Хорошие очки. Хорошие, да. Ну, очки нормально, классные. Нормально. А теперь всем спать.
Дмитрий мне подошел уже после съемок и отдал деньги. Я говорю, какие деньги? Он говорит, так, понятно, спать. И все. И потом я уже вспомнил, что да, действительно, я эти очки еще и купил у него. То есть он меня как бы развел, а я забыл про эти деньги, не помню ничего. Было очень смешно, и при этом ты смущалась, но при этом смешно. Все сидят, девушки одеты, и они... Вот со мной все такие разные. Ты смотришь так, это что вообще такое? Просто не в понятках. Все женщины в студии, девушки были голыми. Ну, это очки рентгеновские были такие. Они скажут, что прям вот прям все были голые, да? Но торс точно был голый. Я дальше прям боялась смотреть, честно говоря. Я видела, что Дмитрий Домбровский отворачивался от меня. Ему было не по себе, да. В очках, да, действительно, зрение такое было, что вот были бы действительно такие очки, я бы купил бы и 4 пары, и 5 бы. Я обращаюсь к каждому из вас. Когда вы проснетесь, вы будете считать, что у вас есть лотерейный билет. Вы его здесь купили, и его номер 4327. Если вдруг вы услышите номер 4327, вы должны, конечно, обратить как-то на себя внимание, иначе вы не получите свой выигрыш. При этом вы почувствуете, что ваши ноги приклеены к полу. Стулья тоже приклеены, а вы приклеены к стульям. И губы у вас плотно склеены. Вы снова обретете подвижность после того, как закончится лотерея. Вы тут же отклеитесь от пола, от стульев. У вас расклеится рот. Глазки открываются, просыпаемся, улыбаемся. Головка чистая, ясная. Итак, дамы и господа, наше шоу подходит к концу. И, конечно же, осталось объявить победителя сегодняшней лотереи. Победитель лотереи сорвал джекпот 1 000 000 рублей. Дайте-ка мне, пожалуйста, конверт. Сейчас мы узнаем победителя, который выиграл эту лотерею. Выиграл номер 4327. Я попрошу победителя прийти ко мне на сцену. Я хочу увидеть этого победителя. Кто же выиграл 1 000 000 сегодня? Еще раз повторяю. 4327 номер. Выиграл 1 000 000 рублей. Может быть, кто-то есть в этом зале, кто выиграл? Скажите, пожалуйста, нет? Даю 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Победитель есть? Нету? К сожалению, выигрыш переходит в джекпот. Все шоу закончено. Это было шоу на канале ТНТ. Всем спать, 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 спать. Самое интересное, наверное, было то, что я вчера сидела в зрительном зале, и сегодня вот, когда мы с Гариком пошли, такие, ну нас каких, нас долб***ов твоих не возьмут. И тут бабах, оба на стуле сидим, два друга сидим, оба на стульчиках. Я тоже, кстати, вчера в зрительном зале сидел, и я смотрел на всех участников, как они все живо вот это делают. Я думал, ну... Мы думали, это подстава. Заранее, да, это подстава. Далее. И вот мы сами, когда шли, мы думали, что все подставные там сидят, и мы не... И мы никак у нас не возьмет. Посмотреть, поправьте там подставы или как бы нет. Оказалось, нет. Слава богу, вы по-прежнему смотрите «Гипноз» на ТНТ. Слава богу, потому что сейчас вы увидите один из самых удивительных наших гипнотических номеров. Итак, все было очень просто. На мне был надет пиджак, один рукав которого был спрятан в кармане, как будто я держу в нем руку. А на руке, которая была свободна, на самом деле была надета красная перчатка. Зачем? Сейчас поймете. Когда вы откроете глаза, любая вещь красного цвета или его оттенка будет абсолютно невидимой для вас. Сейчас я дотронусь до вашего лба, медленно откроются глазки. Как настроение, как самочувствие? Нормально. Нормально? А как вы думаете, вот могу ли я обладать какой-нибудь особенной паранормальной силой? Я думаю, что нет. А, но на самом деле я могу делать очень интересные вещи. Какие?
Я могу, например, вокруг себя создать силовое поле. Хотите проверить? Да. Попробуйте, подойти ко мне. А? Нравится? А? Как вы думаете, ну что это может быть? Вы что-то делаете. Да нет, я ничего не делаю, собственно говоря. Что я могу делать? Я на самом деле все делаю усилием воли. Вот, например, видите ложку? Как вы думаете, могу я согнуть ложку усилием мысли? Нет. Знаете, надо просто напрячься, смотреть на нее очень внимательно. И тогда она поддастся моим заклинаниям и... Вы видели? Вы, наверное, видели такое в фильме «Матрица» только. Как вам, а? Волшебник. Я не знаю, как... Не знаете? Ну, мы же не будем портить реквизит, правда? Смотрите. А? Здорово, правда? Вам нравится? А, вы знаете, я могу, в принципе, приклеить ложку к себе. А могу приклеить ее к вам. Вот смотрите. Вот посмотрите, ваза, видите? Как вы думаете, ее можно как-нибудь уничтожить силой взгляда, например? Нет. Вот вы попробуйте. Напрягайтесь, напрягайтесь. Напрягайтесь. Поверьте, что вы можете это сделать. Представляете? Да. Внушить кошмит красного цвета. Как это, в принципе, возможно, да? Вот. Вообще для меня его нет. Вот молотка такого огромного, большого, я не видела. Это руки, которые постоянно вокруг меня туда-сюда шаталась, я вообще не видела. Но я думала, что какие-то способности во мне проснулись, что я могу разбить вазу взглядом. Не так-то все действительно профессионально мне внушили. Ну, очень удивительно. Я хочу показать вам то, что не по силу, ну, на самом деле, ни одному фокуснику. Я могу пройти по воздуху. Вы Дэвид Копперфилд. Я круче. Смотрите, видите ступеньки? Да. Вот смотрите. Вот можете посмотреть, видите? Здесь нет никаких тросов. Ничего. Я вижу. Да? Да. И надо мной нет тросов. Угу. Я никуда не лечу. Ну, меня никуда не тянут. Но при этом я уверяю вас, что если я напрягусь, я просто пойду. Смотрите. Главное, напрячься. Я не верю. Это не... Правда здорово? Хотите, я вас научу ходить по воздуху, а? Я не смогу. У вас же получилось с вазой. Я уверяю вас, у вас все получится. Вы тоже сможете это сделать. Идемте со мной. Самое главное, напрячься. Просто напрячься. Встаньте на ступеньку. Главное, не волнуйтесь и не бойтесь. Просто представьте, что как будто бы воздушный мостик соединяет эти ступени. И медленно, медленно вы начинаете идти. Не бойтесь. Ну, первый шаг. Не бойтесь, не бойтесь. Раз. Осторожно. Спокойно. Получается. Вы... Не бойтесь. Не бойтесь. Вы идете по воздуху. Спокойно. Второй шаг. Вы чувствуете? Вот представляете, вы идете по воздуху. В шоке. Браво! 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 Аплодисменты! Вы прошли по воздуху.
Это дорожки не было, это 100%. Я видела ступеньки с одной стороны, видела ступеньки с другой стороны. И я не верила в то, что я смогу пройти. Думаю, как я могу пройти, если я не умею ходить по воздуху? И когда я сделала первый шаг, то думала, второй сейчас точно упаду. И когда я сделала второй, я чувствую, что есть внизу что-то подо мной. Но я смотрю так вниз и вижу, что там нет ничего. Но сейчас я смотрю, мне очень вообще все удивительно, что я так все на это повелась, так все это в этом все была, вообще так все странно. Если бы я не была в этом состоянии, я бы, например, не поверила, что это возможно.